Летний зной явно не по нраву бурому медведю Умке. Если зимой его пушистому меху можно только позавидовать, то летом такая богатая шуба здорово усложняет косолапому жизнь. Сотрудники зоопарка помогают охладиться Мишке. Они готовят сладкоежке фруктовый лед. В составе лакомства – вода, свежие ягоды и немного сахара. Получается отличное угощение. Сами по себе животные жару как перетерпевают. Они лежат, спят, отдыхают, меньше двигаются. Днем они практически не едят. Они едят либо рано утром, либо вечером. Им проще, чем нам с вами, гораздо. Потому что природа, она животных создала, наверное, уникальными, способными приспосабливаться лучше, чем мы с вами. Бытует мнение, что жару обожают змеи и ящерицы. Специалисты отмечают, это миф. Как и все живые существа, пресмыкающиеся не переносят высоких температур. Кто-то старается залезть по юбку с головой, оставив один ноздрь наружу, чтобы дышать. Кто-то лезет во влажный уголок, поскольку в этот период обязательно нужно увлажнять субстрат, потому что животные легче переносили такую жару. Поилка каждого животного регулярно пополняется свежей и прохладной водой. Сотрудники зоопарка тщательно за этим следят. Летний зной легче всего переносят крокодилы, черепахи и рыбы. Ведь в их распоряжении целые бассейны с прохладной водой. А еще в зоопарке устраивают водные процедуры. Эму в жару любят прохладный душ из шланга. Птицы родом из Австралии, поэтому освежиться всегда не против. Кажется, что еще чуть-чуть, и этот красавец с длинной шеей попросит потереть спинку. В целом, животные чувствуют себя прекрасно. А самое главное, постоянно ощущают бережный уход. Ксения Баканова, Константин Головин. События.